Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс полагает, что ему по силам одержать досрочную победу над бывшим чемпионом мира Саулем Канело Альваресом. «Я думаю, что мне по силам остановить Альвареса. Я всегда это говорил, дело не в наших стилях. Вся суть в разнице габаритов. Это то, что у меня есть, он мелкий, достаточно небольшой средний вес. Мои мощи и умения лишний раз докажут это, думаю, что если я когда-нибудь выйду на один ринг с Альваресом, я его нокаутирую. Но пока передо мной стоит задача в виде деревянченко. Прежде чем думать о ком-нибудь другом, мне нужно справиться с этим парнем», — сказал Джейкобс в интервью.